Хей, hey, с вами Шимки, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Rolling Sky 2. Первой части пока версии нету, есть только на Android, но вот вторая часть. Я говорю сразу, игра очень громкая, поэтому в основном я буду только молчать. Я даже наушники просто сниму, потому что я музыку слышу здорово, очень громко. Как вы поняли, громкость снизить нету. Хотя... Ладно, это уже хотя бы более-менее слушабельно для меня, потому что я могу хотя бы сидеть в наушниках. Игра довольно проста. Мышка. У нас есть принц, фантазия, фараоны, джаз, книга смерти, радужная гора и Ронин. И глава... главная. Восьмая. И головоломка последняя. Что мы будем с вами делать? Мы будем проходить по главе. Там, где по одной, я буду объединять. Поэтому... принц, обычный уровень сложности. Погнали. Поехали. Управляем мы мышкой. Нам нельзя врезаться в различные объекты. Но пока что все довольно быстро и легко. А, только 20%. Эта игра, помните, похожа на вот тот музыкальную игру, которую мы с вами играли, где на мотоцикле. А, тут чекпоинты есть. Нифига себе. Так, главное успевать вовремя. Менять сторону. Хорошо. И золотая звезда осталась. Маленький принц — это сказка есть такая, где мальчик маленький с ростом планету, ну по планете, на планете жил. Так, готово. Это, походу, циркач, который хотел стать музыкантом. Теперь сложный уровень. Чем отличается? Мы даже не будем на 100%, главное, наша цель — это пройти. Так, ну пока что у нас у ворота. А, я с самого-самого начала начинаю. А, то, что я собрал, видите, оно уже собрано, мне считается. Нормально. Хотя можно даже 100% пройти. Только постоянно нужно будет умирать, внимательно смотреть, собирать эти процентовые части.
Так. Найс. Супер. Бам-бам-бам. Ну, скоро будет чекпоинт, поэтому не страшно. А что будет на кошмаре? Что там будет? Просто... Много переград. Ладно, чекпоинт. Внизу проход есть. Нифига себе. Короче, если за звездой ехать, то, в принципе, доедешь. Ладно, вот это сложновато немного. Хорошо. Теперь просто будем по этой стороне. Нам не важно. Ага, а вот оно что. То есть, если я хочу опустить, мне нужно по низу фигарить. А нет, можно и так. Так, допустим. Так, одну синюю еще херню надо споймать. Вау, сложно. Окей, готово. Так, итого, это у нас 100% итого и того. Остался кошмар. Ну, полетели. Кошмар. Мне аж интересно, что здесь можно придумать на кошмаре. Ну, хотя я, да, в середине уже начинал шопогарькой заниматься. А это только первый уровень.
Сначала на светильник, потому что на светильнике было. От светильника вниз и хватаем в другую. Бля. И тут нужно постоянно смотреть на пол, чтобы узнать, на какую мы точно наступим с вами. Оп. Готово. Так, чекпоинт. Так, внизу есть проход. Угу. Подожди, а если поверху тоже что-то есть? Мы же этого не знаем, так ведь? Ладно, неплохо. Та-та-тан-тан-тан-тан-тан. На звездочках, главное не падать. А дальше, когда мы у нас направо? Ладно, ну-ка. Нифига там ловушка. Вот почему снова? Так, у меня экран начинает плыть, уходить из-под глаз. Хорошо, дальше. Переезжаем сюда. Я не могу в этот момент уловить. Мне это бесит. Здесь все отлично. Проблем нету. Дальше начинаются проблемы. Туре кошмар. И понимаете, дело в том, что я в одном и том же месте падаю. Потому что я думаю, вот-вот, я сейчас пропущу, я сейчас пропущу. Я звездочки не отсчитываю.
Едем, едем. Вот, 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 вот. Вот оно. Или нет? Забейте, я же просто теряюсь. Тун-тун-тун-тун. Пам-пам-пам. Там-тарам-т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 ам. На самом деле, здесь вообще ничего сложного нету, чтобы достать эту сразную звезду. Наконец-то! Все. Покончено с этим. Наконец-то. Осталось попадать по звездам. По музыке, просто идем по музыке. Все. Фух, найс. Готово. Так, ну мы... А в чем серебряный, а не золотой? Можно использовать воскрешение? Ну что, давайте, я думаю, тогда мы с вами на этом закончим, да? Наша цель — собрать просто все кубки, а на золото, не золото, уже все равно. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.